Продолжаем разговаривать о первичных чувствах. Следующее чувство – это чувство вины. Человек, испытывающий чувство вины, испытывает сигнал от тела, что он поступил с кем-то несправедливо. Естественно, чувство стимулирует восстановить эту справедливость. В моей практике очень часто чувство вины переходит в самонаказание. Человек, испытывающий вину, мучается от того, что поступил с кем-то несправедливо. И так как есть привычка, что после того, что сделал что-то не так, последует наказание, дабы не было очень сильного наказания, человек наказывает себя сам.